Доброе утро всем. Доброе утро всем. Обещала вам сегодня прямой эфир. Будем готовить ПП-вафли протеиновые. Всем привет. Привет. Что, готовы готовить вафельки? Я уже безумно голодная. Так. Всем привет, спрашивайте, задавайте вопросы в ходе готовки. Привет всем. Так, нам потребуется геркулес. Всем привет. У меня закончился мой любимый, но есть без глютена вкусвилловские овсяные хлопья. Попробуем сделать с ними. Они очень хорошо, кстати, поднимаются за счет них. Овсяный блинчик уже сделала. Так. Взвешиваем. Всем привет. Так, что-то там у нас со связью. Всем привет. Так. 30 грамм. Где-то 35 грамм овсяночки. Так, не убираем. Дальше нам нужен любой протеин. Я использую геоновский протеин, либо иногда делаю еще на геоновском изоляте. А здесь у меня вкус клубника киви, а здесь у меня вкус чизкейк карамель. У меня уже вкус закончился, очень вкусно. Мне очень нравится на нем вафельки. Кладем только столько же, сколько и хлопьев овсяных. Поехали. А, все мимо, как всегда. Ну, где-то у меня 2 скупа протеина получается. Так. Всем ПП, мы готовим... Привет, готовим ПП вафли. Так, дальше поехали. Добавляем яйца. 1 целое. И 1 без желтка, только белок. Всем привет, задавайте вопросы, спрашивайте. Так, добавили. Теперь нужно добавить чуть-чуть разрыхлителя. Опять мимо. Всем привет. Так, разогреваю пока вафельницу. Так, добавили 35 грамм овсянки, 30 грамм протеина, 1 яйцо целое, 1 белочек и чуть-чуть разрыхлителя. И добавляем совсем чуть-чуть молочка, естественно, растительного какого-нибудь. У меня в этот раз миндальное. Еще люблю очень на кокосовом. Всем привет. Так, вафельница уже почти разогрелась. Теперь нужно все сбить блендером. В
Доброе утро всем. Так. Все хорошо взбиваем. И смотрим. Мне кажется, самое то. Все чуть-чуть достаточно. Всем привет. Могу понять, почему ты пишешь слабый сигнал. Как меня слышно, видно. Так, все. Тесто для вафеля готово.